Должен вам сказать, что все московские команды, лучшие наши команды, когда они едут в Сибирь, они знают, что они всегда здесь встретят очень достойных соперников, которые в классе игры, может быть, немного и уступают московским командам, но зато в своем атлетизме, в своей массовости, в своей жажде игры они достойны сильных соперников.